Сегодня у меня будет парень молодой, 18 лет. Он убирает у себя усики. Еще сегодня он решил сделать подмышки себе первый раз. Парень боится щекотки, и поэтому много хохотал сегодня. На левую сторону верю, не пойду. Ну вот так положите вот сюда внутри, так аккуратненько. Ну, чтобы не мялась она. Поднимайте руки, одну и вторую без раз. Вот, волос у вас немного, сделаем быстрее. Надеюсь, не сильно больно. Нет, хорошо. Хорошо, быстро все. Хорошо, это как? Нет, в плане это, в плане долго не будет волос. Вы про это думаете, не думайте, вы нам. Будет волос. А щекотка. Да, блин, я щекотки боюсь. Ну это брызгалки. Все, все, все. А как это будем удалять? Скажи, щекотка не будет. А вы сахаром тоже? Сахаром тоже, да. Со сахаром. А потом второй раз, если в следующий раз придешь, 3 недели надо для подмышек. Все, я тут кончила. Они уже будут в 2 раза меньше волос. Только надо каждые 3 недели. Я просто переезжаю. И что? А, сам все уже? Да. Ну ладно. Ломать вообще этим же тоже, да, занимаюсь? Да, везде занимаюсь, конечно. Может, ты так не щекотишь? Вся щекотка. Я просто щекотки сильно боюсь. Бояка. Ну, стой, да, салфеткой? Да, ёлки-палки. У тебя что, нервное окончание здесь? Просто, честно, очень сильно щекотки боюсь. Я тебя не щекочу. Ладно, сейчас посмотрим. Если это была щекотка, как будет сейчас? Вы больнее думаете из-за того, что нервное окончание? Чувствительное может быть, конечно. Ну, больнее в любом случае нет. Волос мало, тебе не будет больно. У кого-то знаешь, как густо? Ну, что-то белое. Белый это так, это чтобы была стяжка с волосом, ой, с пастой волоса, сцепление. Сушить надо кожу, ну что делать, так, смотрим на волос. Они у тебя тоненькие, так, половина вниз, половина вверх. Не знаю, как терпи уже. Может, это волосы твои дают щекотливость? Тянется волоски? Тянется? Угу. Зато хорошо они выкрутятся. Кирс, куда? Ничего страшного, куда они твои волоски? Видишь? А видишь, где белое? Это выкрутится. Это они слабенькие. Выкрутится, откуда растут волоски? Откуда растут, а? Выкрутится. Сосочки деления идут клеток к волосам. Ну там произрастает. Тоже, да, 3 недели надо? 3 недели. Угу. Усики можно реже, но видишь, у тебя они выросли, ты сам. Ну, сам регулируй как надо. Ну, там вот, куда-то. А подушки бикини 3 недели. Ну, кто говорит, месяц. Но только через 3 недели. Через месяц уже начнут другие волоски, в другой стадии вылезать. Поэтому не могут крепко держаться за луковицу и не выйти как надо. Так. Да, все, не трогаю. Мне же надо волосы твои причесать. Чтобы посмотреть, куда они растут, куда мне дергать. Знаю, только по росту дергать, это вверх. Здесь они могут по-другому расти. Это вверх. А это вниз чуть-чуть все-таки. Причесала. Все, не переживай, сейчас быстро все сделаем. Ты уже знаешь, что происходит? Что носики больнее, чем подмышки, да? Сделай сейчас все по-быстренько. Потом. 2 недели вообще расти не будут. Потом вот кое где выходить. Видишь, как здорово, все два раза. Потому что длинные, и они не густые. Все.
Ну, шпил он это с носа выдирают, с ушей выдирают. Волосы. Там тоже чувствительные, ну а что делать? Красота требует. Красота, удобство. Ну, с подмышками классно будет. Прям. Летом 3 процедуры сделали за лето, вот и все. Ну, условно, приблизительно. И вкуди себе гладкие на подмышку. Выбирай запах никакого не будет. Который будет, естественно, все равно будет выделяться, никуда не денется. Просто влажно, чуть-чуть, если там. Инфекция надо прикрыть поры. Он так затягивает, он убивает микробы все. Я понял. Все, если что осталось. Нет, я поговорю все равно еще. Начинаю тебя заговаривать как-то. Там мне щекотно, мне не больно, там ты делаешь. Ну а щекотно, что делать мне теперь? С тобой хохотать. Ха-ха-ха-ха-ха. Все. Пусть чуть-чуть будет бело. Секунду, пока встань.